Торжественная церемония открытия мемориальной плиты Гаджикурбану Шайдаеву прошла на территории постоянного представительства Дагестана при президенте России. Церемонию провел Сергей Меликов и сын деятеля Рахман Шайдаев. Гаджикурбан Гаджиевич был первым постоянным представителем Республики Дагестан при президенте России. Его работа была направлена на политическое, социально-экономическое, культурное развитие родного края. Его деятельность способствовала налаживанию деловых, конструктивных отношений между республикой и федеральными органами власти. Его дипломатические способности, умение убеждать и добиваться результата, настойчивость в осуществлении намеченных целей способствовали решению многих социально-экономических проблем в регионе.